burying coffins. We were so alive, only to see us wither and die. Сегодня мы находимся в Люблине, в комплексе Аквалюблин. Это аквапарк, там есть много бассейнов. Вот мы только подошли, решили посмотреть. На улице, наверное, 10 градусов мороза, хотела сказать. 10 градусов тепла, но вот люди моржи, они купаются просто. Мне холодно, посмотрите, я в жилетке, в красочах, в платье просто. Я вот, ну, вот рука в три четверти, и мне холодно, они просто голые, голые по улице купаются. В общем, мы сейчас пойдем с вами внутрь. В этом ларьке можно купить сланцы, плавки, полотенца, очки, как по-польски будут окуляры бульварские, и многие другие принадлежности для бассейна и сауны. Переодеваемся, сдаем верхнюю одежду, снимаем обувь, одеваем сланцы и идем наверх. Сейчас мы поднимемся наверх и посмотрим, какие же возможности для карты мультиспа. Научился плавать? Я пробую даже ей достать, не достаю. А без нее? А без нее?
Ну что, погнали? Мини-джакузи, да? Попаримся? Убери эту пару. Ну и в конце всех процедур можно выпить прохладительные напитки или кофе с чаем, тоже не помешает.